Европейские игры – это не только спорт. Это большая часть дипломатии. Это аксиома, не требующая доказательств. Поэтому практически в каждом инфоканале мы принимаем дипломатов разных стран. И сегодня у нас в гостях в студии почетный консул Беларуси в Словении Яныш Крабец. Доброе утро. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, господин консул. Скажите, пожалуйста, вот вы представляете Беларусь, интересы Беларуси в своей стране, в Словении. И не раз принимали участие в организации крупных и спортивных, и культурных событий. Как вы оцениваете сейчас вот эти вторые Европейские игры? Ну, я хочу сказать, это не только мое мнение. У меня это честь, что я дружу с председателем всех национальных олимпийских комитетов. Там Мариотте, у нас тоже своя фен-зона. И все разделяют эту точку зрения, что эти очень успешны. Вчера я даже слышал, когда сказал потенциальный кандидат следующих, организатор следующих игр, он сказал искренне, нам будет очень тяжело догнать, достичь то, что мы достигли. Такого уровня? Такого уровня, да. А скажите, а вот в чем наш уровень? Вот что вам лично очень понравилось? Ну, я думаю, что это очень важно, что весь город, что вся страна живет за эти игры, что не только спорт здесь, что народ может дружиться и после этих соревнований, что мы можем познакомиться и с вашей культурой, потому что много концертов вы организовали, и что у всех улыбка. Это отлично. Да. Знаю, что вы не только Минском ограничиваетесь, вы были где-то и в региональных наших городах. Расскажите об этом, как там фан-зоны работают? Люди, которые живут в Беларуси, это не так большой, хороший стандарт. Здесь, в столице, что мы можем сравнивать, что везде в этих ваших областных городах, и Гродно, и Могилев, Витебск, Гомель, что везде народ может доступно все это, и спорт, и культура, и социальная обеспеченность. А скажите, если вспоминать открытие, что вот больше всего вас впечатлило на церемонии? Ну, конечно, я не все знают, сколько культуре дала Республика Беларусь, народ белорусский, народ европейской культуре. Не все знают, что Шагаль из Витебска. Да. Сейчас я думаю, что все будут знать, что Шагаль из Витебска. Но не только искусство, тоже сколько к науке. Нам понравится ваша митология. Господин консул, вы вручали награды победителям по спортивной акробатике. Mm. Это потому, что ваш это любимый вид спорта? К сожалению, моего любимого вида спорта нет здесь. Хоккей? Нет, хоккей. Я очень болею за хоккей, но гандбол, я сам играю в гандбол, у нас тоже есть клуб, и Словения тоже хорошая в гандболе. Мы, кстати, в прошлом году тоже у нас был матч вместе с вашим из Бреста. БГК имени Мешкова. Да, имени Мешкова, да, поэтому что они готовили в Словении. Что ж, спасибо большое за очень интересное интервью, а я напоминаю, у нас в гостях был почетный консул Беларуси в Словении Яныш Крабец. Спасибо большое.